Милый хомячонок, которому в Петрозаводске наложили гипс на лапку, теперь вынужден спать на спине. Это рассказал хозяин миниатюрного пациента Васек. Так зовут хомячка. Раньше подворачивал лапки перед сном, а теперь из-за гипса ему пришлось привыкать к новой позе. Питомец мог вывихнуть лапку в колесе, которая стояла у него в клетке. Сейчас хозяин упал, убрал на всякий случай опасную игрушку. Ваську стало, ну, не так везло, зато безопасно. Уникальную операцию хомячку сделали в Петрозаводске для ветеринара, который занимался маленьким зверьком. Это первый подобный опыт. Все его предыдущие пациенты были гораздо крупнее. Ситуация осложнилась еще тем, что рентген миниатюрному хомячку сделать не получилось, но врач Мария Фирсова смогла поставить диагноз и без этого.